колен. Не говори ты. Спасибо. Присаживайтесь. Давно мы не виделись, целую вечность. Это мой учитель по теннису. Я равнялся только на вас, поэтому я ученик. Нет, нет, нет. Ельцина научил теннис играть и меня заодно. Я в свое время так неплохо освоил теннис, но очень тяжелый вид спорта, самый тяжелый, мне кажется. Там и мозги в порядке должны быть, и физически должен, и самый травматичный. Но теннис – это дело хорошее, очень хорошее. Так что я когда... В графике уже посмотрел, что мы с тобой встретились. Подумал, надо срочно выйти на корт и начинать играть теннис. Уже так бросаться на мяч не буду, но потихоньку восстановлю. Пусть другие бегают. Я свое произведение последнее по психологии. 14 примеров критических рассматривает тренер и психолог. Очень интересно. Сейчас пишу продолжение, потому что разошлось сразу. Я знаком, не читал ее, но с книжкой знаком, думаю, стресс рождает чемпиона. Все задумываюсь, думаю, ну как это происходит? В этом есть большой смысл, да? Да, безусловно. Поэтому, ну, наверное, Сергей это прошел уже, с ним знаком. У нас каждый день стресс.